куда-то же Витя, ты что, его не узнал? Ураган. Он мокрый. Ураган. Все у него мокрое тут, он купался, плавал, нырял. Ой, ой, ой. Тут радости нет, конца. А там мы выйдем, вот были в Германии, то я дрожу за собаку, кого не увидал, намордник надел, а все равно не там оправился, не там это. А здесь, пожалуйста, о, о. Но пустить его никак нельзя. Он может погибнуть, с берега броситься. Но, за хвостом. Ой. Ну, пойдем погуляем, пока готовят завтрак. Пошли. Красавец, он охраняет нас вообще. Этому псу цены нету. Сергею Павловичу Пупкову низкий поклон. Каждый день за него молимся. Хороший пес. Особенно, где мы на улице бываем, около лесополосы, его привяжешь, он даже зайцу не даст пройти мимо. О, какой бодрый-то какой. Он поправился. Я когда еще сметану даю, я с ним делю или ему полностью отдаю свой пай. Да галушки у него, да наваренная, да сухари. Да, тут варили рыбы, хозяйка давала. Тихо! Вот это плохо, что за хвостом гоняются. За вчерашним днем. Многие люди так же крутятся за своим хвостом. Вот то-то у него. А хвосты какие-то? Ясно какие. Ворованов боятся, разведенные и всякие пакости. А вот у него ничего нет. Он у нас добрый, он зачипированный, правда, сам не крестится. Ну-ну-ну-ну-ну, пошли, пошли гулять. Пошли гулять. Да ураганщик мой. Ой-ой-ой, пошли. Ой, хороший.